Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. Впереди новогодние праздники. Это время, когда мы собираемся всей семьей, готовим много вкусных блюд и проводим время вместе. Сегодня я хочу вам показать простейший рецепт запеченного рулета из бедра индейки. Такой новогодний, ароматный, сочный, с черносливом и морковью. Для этого блюда мне понадобится бедро индейки весом чуть больше килограмма, у меня 1,2 кг. Одна морковь весом 150 грамм и 100 грамм чернослива. Все, как видите, список ингредиентов состоит из 3 наименований. Мы подготовим все и запечем в духовке. То есть основной процесс подготовки у нас займет не так много времени, все остальное за нас сделает духовка. Духовку сразу поставлю разогреваться на 200 градусов. В бедре индейки, которую я купил, есть косточка. Ее, естественно, нужно вырезать. Старайтесь обрезать лишние жилки. Эту косточку отдам братьям нашим меньшим. Теперь нам нужно сделать из этого пласт. Поэтому вот так вот надрезаю. Вот так. Здесь тоже. Вот получился такой пласт, на который сейчас нужно уложить морковь и чернослив. Морковь нарежу тоненькими полосочками. Вот так. И укладываю. На кусок мяса. Теперь нарезаю чернослив. Как вам угодно, можно такими полосками небольшими. И укладываю сверху на морковь. Как видите, все элементарно просто. Немного подсолю. И скручу такой рулет. Вот. Не переживайте, если он у вас не до конца скрутился, мы сейчас его сформуем. Сверху тоже немного подсаливаю. Возьму рукав для запекания, отрезаю кусочек и аккуратненько отправляю в него рулет. Вот так.
Уплотняю. Прям плотненько его. Вот так. А затем его перевяжу. Завязываю с одной стороны. И перевязывать буду по всей длине. Вот так. Вот такой вот рулет получился. Укладываю рулет в противень и отправляю запекаться в духовку. Сделаю несколько небольших дырочек, чтобы выходил воздух. Запекать буду 80 минут при температуре 200 градусов. Как видите, весь процесс подготовки рулета занял буквально 10 минут, и единственное, с чем придется повозиться, возможно, если вы этого не делали, это с перевязкой. Но поверьте, если вы сделаете это один раз, то в последующие разы будет легко и просто. Немного расскажу о мясе индейки. Это диетический продукт, он подходит для диетического питания, содержит очень много витаминов и минералов, является рекордсменом по содержанию железа, содержит очень много селена. Легко переваривается и усваивается организмом. Важным элементом для человеческого организма является калий, который тоже содержится в индейке в достаточных количествах. Калием формируются костные ткани, поэтому его недостаток восполняется мясом индейки, особенно у людей, которые получили переломы или восстанавливаются после каких-то операций. Кроме того, в индейке много фосфора, в ней содержится практически столько же фосфора, сколько и в рыбе. Даже жир индейки является достаточно диетическим, но злоупотреблять им тоже не стоит, потому что питание, в том числе и пятый стол, которое ограничивает количество жирных продуктов, для организма тоже необходимы жиры, просто нужно контролировать их употребление. Мясо индейки – это продукт, который нужно употреблять и употреблять его регулярно. Я вам очень рекомендую это делать. После того, как рулет приготовится, его нужно остудить и убрать в холодильник на ночь, для того, чтобы он приобрел форму. Иначе при нарезании он будет разваливаться. Я уже это сделал и достал его из холодильника. Он у меня остыл. Какая красота! Сок зажелировался. Теперь его можно нарезать. Пахнет и выглядит просто замечательно. Очень ароматный и красивый рулет. Мясо нежное, просто легко ломается руками. Очень вкусно. В сочетании с черносливом, морковью, индейка просто приобрела прекрасный вкус. К слову, 1 января можно сделать с ним бутерброды. Можно завернуть в листовой лаваш, разогреть в духовке, и у вас получится отличный праздничный перекус. Элементарно простое блюдо в приготовлении, но потрясающе вкусное и полезное. Отличное диетическое блюдо к праздничному столу. Очень рекомендую вам приготовить его. Всем большое спасибо за внимание, спасибо, что вы смотрите, комментируете, ставите лайки. Всем желаю успехов, поздравляю с наступающими праздниками новогодними. Пусть в вашей семье всегда будет счастье. Всем всего хорошего и, главное, здоровья. До новых встреч!